Для твоей же безопасности, между Спасибо. прочим. А он еще и бубнит. Ну и Спасибо. ладно. Спасибо. Так обо мне заботишься. Так, я взаимодействую. О, я кристалл собрал. Сбор образцов? Кого? Я собрал кристалл. Извлечь. В смысле, охренела? А, сейчас прям вот это будет так работать, да? Где он? Я не вижу. Кто? Красная. А, вот ты где. Чё, думала, я тебя не убью уж? Она меня убила, и я ее убила. Подними меня, пожалуйста. Бегу, бегу, бегу. Угу. Я ее закокошила все равно. Ну, в общем, нам надо домой топаться. Но я предлагаю на фиолетовый символ сходить. Погоди секунду. Угу. Так, а где у нас фиолетовый символ? Да вот где-то вот тут. Погоди, где-то секрет поблизости написано. Да? Сейчас мы его рассекретим. Зараженная оболочка. Где-то тут 100 пудов. Смотри, тут можно наверх забраться. А, тут. А, вот он. Убиваешь улей. И все норм. Где-то еще что ли остался? Я вроде убила. Оба улья. Нет, это что-то еще вверх. Секрет вон там. Где? Написано. Вот ниже. Поблизости секрет. Пойму где. Может сюда? Что это? Я не знаю, что это, но я это отсканирую. Так, все, да? Или нет? Такое впечатление, что оно взрывается. Может, пахнем его? Да бах. Есть чем? Сейчас я ищу поблизости чем. Но я взрывающихся цветов не вижу. Оставим пока. Да можно, наверное. Потому что я поблизости вообще ничего не вижу. Можно потом их будет носить в руке. Эти взрывофрукты. И взрывные, и кислотные, и все на свете там можно будет носить. Там от улучшений, по-моему, зависит. Так. И как туда залезть? Угу. Ой, ты отвалитесь. А-а-а. Я накидала нам. Вроде бы. Слышишь? Угу, бегу, бегу.
Все, можешь смело залазить. Эти же пассатижи. На грибочек, что ли, прыгать? Чуть не умерла. Окей. Ой. А. Дорогие друзья, тебе придется кидаться. У меня нет ее. А дальше ты куда прыгнул? Еще выше? Угу. И тут грибочек. Угу. Так, взять. Что там? Этот, ну, кругляха вот это. Угу. Еще что-то есть? Ну, я больше ничего не вижу. Хотя вот туда можно еще запрыгнуть. Нет! В смысле нет? Нельзя? Я упала. О, ничего себе там. Смотри. Вон там есть эта штука. Я не знаю, как туда допрыгнуть, если честно. Ой, я нашел. Съесть. Подожди, ты внутрь? На меня по птицы напали. Ладно, сейчас иду. Нате вот, жрите. Ты чё, охумела? У меня сейчас здоровье всё. Спасибо. Ура, 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 ура. А дальше куда? А тут что? Понятно. Ой. Давай. Все. Не. Закудахталась. И ничего тут не вижу. Ну там пропасть дальше будет. Нет! Отсюда можно долететь. Да. Опа! Ой, я за этим. А как ты ешь сквозь скафандр? А ты как? Ля, еще и придирается. Ау! Чтобы не спрашивал всякие глупости. Так я не понял. Ау! Ау! Your friend messed up. This is why I prefer you. В смысле? Так, ладно, все. О, да! Ничего, куда там дальше? М? И там есть куда идти дальше? Вообще без понятия. Я могу ровно вниз, в принципе. В смысле, ровно вниз? В прямом. А. Окей. Устраивает. Здесь только спуститься. Типа. И все. Ясно. Тут можно до грибочка, в принципе, спускаться. Ой. Спирт.
Опа, я вижу. А, это не то. Здоровье. Да-да. Тоже? Ой. Что у меня? Угу. Подожди, ты до чего хотел вообще? До фиолетового или до чего? Я здесь видишь два фиолет... две фиолетовые метки, они в разных концах. Угу. Ну, можно, в принципе... ну давай определимся, что ты хочешь для начала. Давай, наверное, сперва домой сделаем апгрейд себе. Угу. И бут... сюда вернемся, да? Да, потом сюда вернемся. Так, смотрим. Что там у тебя? Что мы можем себе позволить? Улучшенная протонная нить. Ну давай ее. Так, дальше. Быстрая перезарядка, да? Давно уже пора ее реализовать. Так, предметы. Стабилизирующий бум гранатов. О, отлично. Давай. Наверное, не чтобы в руках не взорвались, да? Еще раз скажи мне. Их носить можно дольше, по-моему. Позволять переносить, держать бум-гранаты. Да. Отлично. Ты это сделал? Че еще? Да. Или только это? Ну, я перезарядку нам еще сделал. Угу. Кошку нам улучшенную сделал, и все. Ни на что больше нам не хватает. А что там у улучшенной кошки? Улучшает прочную нить, теперь ты сможешь зацепляться за рельсы и скользить по ним. Когда находишься на расстоянии зацепа, зажми... А, нажми F, чтобы зацепиться. Угу. Не очень понятно, если честно. Понятно, что ничего не понятно. Да. Я отчет просто отправляла пока. Планетарные обломки. У нас мы идем на фиолетовую или на желтую? Давай на фиолетовую попробуем. Ну поехали на фиолетовую. Пока. А где у нас фиолетовая? Туда. Вон там, да. А может ты сообразишь, как туда попасть, потому что я что-то вообще не вдупляю. А. Ты куда-то попал? Да. Ясно. Так, давай сюда. Куда сюда и как? Самое главное. Я иду к тебе. Да-да-да, правильно, вот сюда. Он сканирован уже. Ого! Вот теперь стреляй. Жди, жди, ты так не попадешь. Он еще раз разгонится. После этого стреляй, когда он промахнется. Отлично. Что, что происходит? Что это? Аккуратней.
не один. Не, я уколол его, но ничего не произошло. Блин, как в него попасть, а? Бля, они дикие, они успокоятся вообще, нет? А, фиолетовый у них надо кидать. Есть! Я в желтое стреляю, почему? Ну... Хост. Фиолетовую гранатку у них кинешь, ну, которая замедляет их, они... Ну, ладно, можно. Я и так справляюсь, мне кажется. Плохо, так, секунду. Нет, а то я совсем перестал сканировать. Совсем обнаглело. У нас есть возможность как-то взорвать. Да-да, спасибо. Обращайся. Понятно. Опять искать твои эти. Темно, я нифига не вижу. Ты видишь, куда идти? Нет. Я тоже. Ты что толкаешься? А, мы отсюда пришли. Угу. Подожди. То есть это маленькая такая небольшая, да, комнатка? Здесь тупик, не пропрыгать. Нет, тут надо как-то открыть, только... Я поняла. Они вне этой штуки. Пойдем отсюда. Скорее всего, где-то, да? Сейчас, секунду. Мне нужно посмотреть, убедиться. Вот как по ней ездить? В курсе? По кому? Вон по той штуке. Вон по той штуке? Да. Или мы еще не умеем? Тихо. Умеем. Угу. Отлично. Это что сейчас было? Где? Надо мной что-то взорвало, я вижу. Нет, нет, тебе показалось, все хорошо. А так, да? Отлично. Все хорошо, без тебя ничего не делаем. А, во. На! Взорвать. Не взрывается.
подожди, я все в пещеру посмотрю. Он не открыт. Где же искать? Здесь есть дурацкие корни. Здесь что? Есть еще один люк, который, ну, должен взрываться. Ну, я не знаю как. Тёмари, такая маленькая отсюда. Так, фиолетовая. Правильно? Куда она пропадает? Кто? Извините. Я нашла. Его колоть надо было? Нет, его просто нажать Е подойти. Здесь этот наш дрон маленький застрял. Вот. Теперь можно сюда. Да, она открыта, скажите, что да. Я знала. Я же знал, что что-то. Так, все, у нас только основное задание осталось. Нет, есть еще фиолка. Секрет? А, вот этот. Да. Который я не знаю, как открыть. Ну, знаешь, пока еще нет чего-то у нас. Значит, чего-то у нас все-таки нет еще. А где ты видишь фиолетовый? Я не вижу. Из этой области надо выйти. А что вот здесь? Ой. Можно спасибо. За грибочек зацепиться. Я бабушку эту поисследовала, которая орёт все время. Слышишь? А, шприцом в смысле? Да. Бля, как вы достали. А нет! Ты упал, что ли? Да я пытаюсь этого хавчик взять. Я по грибам прыгаю. Значит, не пойму, как пройти. Вау! Это что?
Так, есть. Тебе... Мне плохо, да. Да. В смысле, тебе плохо? Я умираю. В смысле, ты умираешь? А то, что я беру апгрейды на здоровье, это на тебя не отражается никак? Я упала с очень большой высоты. Можешь не ругаться? Я не ругаюсь. Это был раньше времени. Статистический вопрос. Опа! Ты же понимаешь, что я все равно умру. Это меня не спасет. Ты, по-моему, должен... Да! Вау! Как вижу? Ты вообще видишь, где я? Нет, ты не видишь. Вот тебе еще здоровье. Это помогло тебе? Я... Да уйдите, глянь агрессивные птицы. Ля-ля-ля, агрессивные птицы. Я не трогала вас, вы сами телепортировались. Я тут ни при чем, что телепорт не работает. Блять, их телепортирует. Ну я тут ни при чем. Так, спокойно. Спокойно, да. Все хорошо. Тебе придется ко мне идти. Потому что они агрессируют. Ах, знаешь, в этом есть небольшие проблемы. Я здесь... Да? Да, я здесь прыгаю по воздуху на грибах. Я, кстати, упал туда. Куда? Ну, на гриб промахнулась, и я вне этих грибов, если чё. О, студень? Какой-то студень. Окей. Это хорошо или плохо? Ау! Ну вот я здесь. И чё? И вот чё? Показывает 0 метров. Я здесь. Блин, у нас оказывается столько доп-квестов. Ты о чем? Ну смотри, вот я здесь. Что дальше делать? Я вот четенько, ровненько, на фиолетовенькой. Но если ты только... Сейчас, секунду. Королевская Голди. Вот, я не знаю, что здесь. Здесь просто дыра. Ты уверен? Ну... Но если нет, тогда и метка пропала. Ля пуськи. Блин, я вообще-то оттуда и шел. Как бы тебе сказать, ты туда не смогла залезть. Я тебя туда звал. Я помню. Ля-ля-ля, нападает птица. Так, куда теперь? Ну да, я до сюда доходил. Вот ровно вот здесь, была фиолетовая метка. Не вижу. Я тоже сейчас не вижу. А, для этого еще не придумали, ясно.
Подожди, а мы разве здесь не были? Здесь можно использовать телепорт. М? Телепорт, говорю, можно использовать. Так мы это пришли отсюда. А, так ему надо, чтобы мы использовали. Какой сигнал? А, про светилище все. О, сейчас начнется. Бей его! Бумза. И тебя тоже, чтобы не расслаблялся. Нажала. Вроде куда? Сюда? Вниз? Это не телепорт. Есть. А, да? Серьезно? Ты где-то что-то нашел? Да. Я эти взорвал. Кристаллы. Оранжевые. Янтарные. Которые, да. А-а-а. Ну ты чё, алло? Я получил. Тут это! Бля, как ее зовут, скажи. О, я добрался. Как там пинать? На Е. На Е, да? Херово. Блин. Ты можешь меня поднять? Ты далеко. Ты выше, по-моему. Да. Ясно. А я застряла. Эй! Ладно. А, нет, не застряла. Извиняюсь.